Москве чудесный зимний денек. Пускай вас не удивляет зеленая травка, это московская весна. Здесь у нас демонстрация. Очередь. И куда же это очередь? А очередь у нас вот сюда. Все хотят прикоснуться к Дали. Дали был бы доволен. Он любил такие перформансы. Выходим на финишную прямую. Практически подобрались. Там все так же светит солнце. И очередь, уходящая вдаль. Наконец-то. Внутри. Вот, все кордоны пройдены. Полина у нас известна. Да. И вот мы практически в Фигересе. Яйца, все в красном цвете. Оптические иллюзии. Место для фотографий. Единственное различие между безумцем и мной в том, что я не безумец.
Очень много людей на выставке, и это самый большой минус. А так выставка, конечно, хорошая. Людей многовато. На выход. Приезжайте сами и смотрите.